Добрый день. Представляем вашему вниманию модернизированный полуавтоматический дозатор МД-500М1. Данная установка оснащена пневматической системой управления. Главной особенностью данного дозатора является датчик наличия продукта, установленный внутри бункера. Давайте посмотрим модель в работе. Дозатор настроен на максимальную дозу, это 1 литр 750 мл. Запускаем его в ручном режиме, происходит налив. Налив емкость. Перестраиваем дозатор на минимальную. Данный дозатор после перестройки настроен на минимальную дозу на 150 мл. Спасибо за внимание. Всего доброго.